региональное отделение «Единой России» по всей территории откликнулись на нашу просьбу, просьбу руководства Андрея Анатольевича Турчака о сборе учебных пособий художественной литературы для школ, институтов Донбасса. И мой коллега, который входит в группу дружбы Государственной Думы и Луганской Народной Республики, Никита Румянцев, за счет своих ресурсов издал книги, связанные с нашим знаменитым писателем Михаилом Александровичем Шолоховым. Это книги «Тихого Дона», которые переизданы на основании тех материалов, которые были выкуплены Российской Федерацией по поручению Владимира Путина за границей. Это материалы, которые полностью соответствуют тем рукописям Михаила Александровича Шолохова, которые были увезены за границу. И вот когда наши дети, студенты, почитают книгу «Сегодняшний Тихий Дон» и «Прежний Тихий Дон», то они увидят процентов 30-40 материалов было вымарано в прежние времена. Ну и самое главное, что в ближайшие дни около 20 тонн художественной литературы, учебных пособий будет привезено сюда, в наш гуманитарный центр «Единой России», который расположен в Луганском государственном университете имени Даля, для того, чтобы отсюда затем уже с помощью наших однопартийцев развести эти учебники, эту художественную литературу по всем школам, по всем библиотекам Луганской Народной Республики. То есть то, что «Единая Россия» обещала, мы выполняем, и до учебного года все школы, все библиотеки получат необходимый набор и учебников, и художественной литературы.